на черных камнях. Сегодня 5 апреля 2022 год. Как видите, верхний пруд, который малый, открыт ото льда на все 100%. Нижний пруд, который побольше, открыт на 70%. Осталось процентов 30 каши. Я думаю, а завтра этой каши уже не будет. Завтра мы 6 апреля открываем сезон на черных камнях по жидкой воде. Здесь можно будет ловить, сейчас пока прохладно, хищника, щуку, форель. Можно пробовать осетра. К выходным постараемся запустить мирную рыбу, карп. Температура воды была 2 градуса, пока лед стоял. А вчера мерили уже 6 градусов. Думаю, к выходным до 8 подымется. А как мы все с вами знаем, карп начинает проявлять активность после 8 градусов. Поэтому мы постараемся запустить карпа. Так, правила, цены на черных камнях. Если вы смотрите видео в ВК, то в заголовке группы закреплена карта, как нам проехать. Также закреплен пост, где указаны цены. Там есть ссылка на правила, на другую информацию о черных камнях. Проходите, если вам интересно. Значит, если вы смотрите видео в Telegram, полистайте ленту вверх, там тоже есть вся информация по цене, по правилам. Ну или можете задавать вопросы напрямую в комментариях к этому видео. То же самое и в Вайбере, если вы смотрите это видео в Вайбере. Ну, как-то вот так вот. Такая последняя информация у нас с черных камней. Завтра, еще раз повторюсь, открытие нового сезона по жидкой воде. Желающих приглашаю, только по факту на черные камни не приезжаем. У нас на черные камни рыбалка по записи, по звонку. Звоните, пишите, я на связи. Всем спасибо, всем пока.